Стой здесь! Я сам его убью! Ты так и не понял? Дженни, я иду к тебе! Дженни, держись! Дженни! Дженни, я здесь. Ты в порядке? Да, я тебя обниму. Не трогай меня, убийца! Что? Ну почему? Я сказала, не трогай меня! Дженни, я твой отец! Заткнись! Убить тебя мало! Ты бросил нас! Прости меня, я... 14 лет! И потом нас вытаскивают из постели, и маму убивают, и все из-за тебя! И что ты сделала? В полицию пошла, конечно! Мне сказали, что ты убийца, тебя приговорили к смерти, и ты бежал! Затем меня нашли братья, и все про тебя рассказали! Дженни, эти люди... Предатель! Но почему ты не умер? Я умру. Но сначала я вытащу тебя, и все равно, что ты обо мне думаешь. Но нам надо спешить, дочка. Просто держись поближе ко мне. Все скоро кончится. Никогда больше. Кейн! Линч! Карлос! Это Рифик! Рифик, я вытащу тебя! Кто там с тобой? Кейн, они тебя не слышат! Кейн, это Рифик! Мы тут горим! Они нас не слышат! Проклятье! И как мы раньше его не раскусили, он оставит нас гореть! Кейн! Ты нужен нам тут! Этот гад не вернется! Кейн, предатель! Тебе это так не зайдет, грязный подонок! Уходи от меня! Надо их вытащить! Кейн, ты с ума сошел! Заткнись, я все исправлю! Все будет в порядке. Просто не отходи от меня. Не привлекай внимания, но если надо, стреляй! Кейн, я ведь слышал. Мне классно, ребят. Заткнись и веди машину. Шелли, я должен был забрать дочь. Неважно. Ты тоже здесь подохнешь. Эй, нет!
Хоть бы спасибо сказал. Идиот. Мы здесь в ловушке сидим. Мы сидим в ловушке, а у причала стоят лодки. Чем они найдут ее? Я всех их убью. Передоз адреналина тебя убьет. Помогите кто-нибудь. Черт. Понял это так поздно. Твой папа, Кейн.
Дженни совсем слаба! О боже! Она без сознания! Я понесу ее! Она должна выжить! Кейн, она мертва! Заткнись! Она жива, ясно тебе? Иди ты, Кейн! Я тебе ничего не должен, это лодка моя! Кейн, ради бога, она мертва! Стой здесь, или я убью тебя! Be okay, Lynch. We got her out. I know she's gonna be okay. Fuck you, Kane. Ah! Asshole! You should have taken that chopper. It's your only chance. Just deal with it. Didn't even fucking know. Jenny, listen. I wrote you a letter. I have it here somewhere. It isn't finished. I wanted to send it to you, but there wasn't time. I know I should have written it earlier.